Матч найден.
Спасибо. Я вырву ей сердце.
Остался один враг. Остался один враг. Пошли! Осторожно! Нужна помощь! Нет заряда! Когда убиваете, смотрите им в глаза. Есть лишняя пушка. Одолжить? Есть лишняя пушка. Спасибо. Сейчас рванет!
Погнали! Кому что что-нибудь нужно? Остался один враг. Сейчас рванет!
один раз. Oh, yeah.
Моя снаряга в полном порядке. Может, кому что нужно? Это страшно. Пушка. Спасибо. Осанай коро. Мамута отожиру то не. Ицмо кикоэта. Купите это мне. Ясашката, но мелодии. Ицкалада. Не отставайте. Победа нападает. Oh!
ね合った時間があるから Fair Way You Go With 光全部集めて君を照らすよ Story 素直に笑顔になれたのは君だから君とだったから Story Fair Way 君がくれた光全部集め叫ぶよ Snow Fairy Don't say goodbye。遠くまで君連れてこう誰の遠く声聞こえないとこ君をエスコー行こうレッツゴー悲しませた分を今取り戻す不器用な俺の不確かな夢信じけろ君はちょっときっとクレイジーでから見せたいよ真っ白い雪嘘一つないぜ本当も好き、雪が降る街に白い息と笑顔が混じり今は街に君大事に思う寒いよね体はガチガチにああ僕も全部君に捧げるよ残りのライフ不安などないずっとこうしてたいでも君は気づいてる嘘ばっかでああ夢ばかり追いかけ君のことをちゃんと見てたかなああなのに君はいつもそばにいてくれた泣いて泣いて泣いて泣いて泣いて泣いてでバースデー夢を抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて今街に触れ君の歌君の白い笑顔はバッチリ2割増しに映る景色白け顔でみんな向けあっちああ何度も言おうとして声にならなかった言葉があるんだああ神様だから今日だけ僕に勇気を教えてください泣いて泣いて泣いて泣いて強がって笑って巡り瞬間衆と心ざめいて喜怒哀楽今街に降る雪僕に積もれ雪白い花びらひらひら白い星が降るキラキラ離れ離れ涙流れ疲れた胸に君の声雪が降る街に白い息と笑顔が混じり今は街に君大事に思う心全部 I love you 追いかけてる夢途中経過で会計ないような最低ルーゼ愛してるずっと一緒心もキラキラ泣いて笑って泣いて笑って泣いて笑って泣いて笑って笑って笑って笑って笑って君のため音に飛び乗り乗り握りしめた Freedom チケット朝まで本気でバカやって傍らにいつもの怖いミュージック Go! From South Hey Africa Whoa, 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 South Africa Whoa, 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 whoa
動き出す魂は閉まるぜパーティー君だけのストーリーを一人一人見たこともない今日が始まるぜ君のそのロンリーノリノリに変える魔法がここにすぐロンセイウォーNobody hears the screaming Send the arms to protect Become weapons against the wind In a world like this To keep on singing songs Of hope is becoming body Feeding day 何かが違えば争い合いないものねだりでいつも奪い合いなんでそんなルールがあんだよ今からぶっ壊してやる絶対明日もわからぬ世界で愛夢希望いろいろ描いて肌色言葉や感情支えの違いで俺らは噛み合う行こう未来へマッチナイト Говорят, я дарование. Если что, это цитата.
игрок. Союзников! Прячь с дороги!
ち夕日が今思い出を照らしてる。オレンジ色の道いつも気遣い、時に傷つけ合い、涙こぼれたあの日々でもあなたと歩いていたこの道のり。でもそれは心の裏返し、本当は愛しい。なんだかんだ突き刺さるのふざけ合ってたね。歌う声を忘れ、どんな時も乗り越え、Singin' So 今もあなたの思い出はカラー、セピア色じゃないから。あなたの僕らが待つ
風は誘う。たどり着いたよ。ここにもともとはファミリーだった。俺らだろうってが同じパパとママだから君のまま。娘はがまま。放題全力で踏みしめろ。兄弟だからお前に。兄弟の壁なんか越えちまえ。お前ならできるって。だろ。ポニスラス。Ты не убьешь моих союзников. Wonderful world.
один враг. Thank you.
Новым годом! Один игрок.
30 секунд. Thank you.
погода. アジア最終予選ロードトゥーサウスアフリカ2010絶対に負けられない戦いがある。行くぞー。なーなにのファンキスト表現でいきましょう。ジュジュジュジュジュショック、ジュジュジュジュジュショック、体を張ってまくろうね。ジュジュジュジュジュショック、ジュジュジュジュジュショック、体を張ってまくろうね。Thank you.
остался один враг. Overtime.
はせめて君のこと信じてる俺の歌だけは信じてくれ愛が泣いたっていいよ悲しみも二人で分けよういつでもどんな時も信じてるお前のこと燃え上がるミュージック君だけのあ
Алло, алло, у меня тут овертайм идет. Да. 13-14. Ладно, не мешаю. Не-не-не, нормально. Все нормально. Тяжелая игра просто. Так тяжело давно не было. Двоих одним выстрелом. Мы должны это выиграть. 13-14 мы проигрываем. Да лол, ничья. Да ладно. Блин, я в последнем раунде одним выстрелом убил двоих. Это... Ну, режим какой-то странный. Не, мы выключим музыку, если не слышу почти. Да, да, что там? Я режим странный. Да. Проснулся, говорю, в 5. Посидел. Отключился до 7 часов. Прикольно. Прикольно. Скоро спать уже идти. Мне спать идти в этот. В 8 утра. Блин, у меня так голова болит. Слушай, с ними так тяжело играть. С кем? Я тут на рангах играл. Короче, у меня 23-23-10 на Фениксе. Неплохо. 10 ассистов, 23 убийства, 23 смерти. Не знаю, зачем они согласились на ничью, мы бы выиграли. Ну, лучше проиграть, чем ничья. Ну, серьезно, какая ничья? Кто вообще рад ничьей? Фу, тяжелая игра. Как-то по-тупому не сделали против меня... Раз, два. Против меня два серебра и серебро два. У меня в команде только я один. Серебро. Фу. Сейчас, секундочку. Учение свет, а не учение тьма. Отлично. Блядь, какого хуя? Ладно. Чё там? Ничего там. Всё. А ты сейчас на какой карте играл? Oh.
Алло. Так. Чё говоришь, какая карта была, этот, дурацкая, сплит. Да, да. Ненавижу эту карту. Реально моя самая нелюбимая, даже... Ну, я даже не знаю, что хуже. Карта с тремя точками или сплит. Сплит тоже дерьмовая. Мне нравится асцент. Ну и пустынь тоже неплохая. Мне, в принципе, без разницы, где играть. Я не знаю, я прям ощутил. Я ощутил тупость этой карты. У меня не получалось играть. У меня 23-23 это. Я считаю плохой статистикой. Я плохо сыграл. Лично я плохо сыграл. Сейчас, мне кажется, Хабен будет. У тебя давно Хабен был? Что там? А? Я говорю. Тебя этот. Что я говорил? Что это был? Так, сейчас, вспомню. Я наушник снимал этот. А я забыл, что спрашивал. Что говорил? Ладно, похуй. Тут пишут, типа, фанаты Спартака не пускают на матч с ЦСКА или что? А фанатов Спартака? Да. Вот уроды. Но у меня-то какая разница. Я-то дома смотрю. В своем колхозе. Как называется твоя приколюха, которая читает текст? Матч. Моя, что ли? Да. Что-то там... Пизделка. Пизделка. Бара. Ща. Что-то там ба, не ба. Ща посмотрим. Балаболка, вот, пизделка. Так и называется? Балаболка. Всё. А ты чё там? У меня... Чё хочешь? Подсказал человеку. Человек, а, кому? Он же, подожди, он же в этом. Ладно. Не продумал. Выбери мне агента, на ком играть. Рейна. Да. Рейна? Угу. Которая фиолетовая. Нормально. Блин. Вспотел, слушай. Редко такое бывает. А ты предыдущий за кого играл? Две подряд за Феникс. Реально, такое редко бывает, но я прям вспотел. Может потому, что у меня ПК горячий. Он реально нагрелся.
А, ты реально в прямом смысле спотел, зачем? Да, серьезно, я в прямом смысле спотел. Я думал, что так спотел. Не, я прям в самом настоящем прямом смысле я немножечко вспотел. Настолько я старался. А, я ж без музыки. Че делать, надо музыку какую-то включить. Ладно, без музыки пока поиграю. Я за Рейну, да, но за Рейну можно, собственно, купить гвоздик и читок поглощения. Фу, у нас какие-то агенты прям уж слабые. У меня забрали мои агенты. У них феникс, если у нас нет феникса. Говно какое-то. Вместо агента. Блин, ну за как за вайпер не лузаем. Ну бываем. Мы должны, должны забрать. СХЗ. Там уж двое тварей. Установлен. Нашел. Побеждать. Я первый отхожу шаг. Постоянно. Буду отходить. Первый шаг. Победа есть. Блин, я... Бесит меня эти... Уроды. Не дают поиграть. Что уроды? Противники. Стоят там что-то до конца. Как будто мы на турнире киберспортсмены собрались. Пацаны, больше веселья. Задолбало меня это. Цель устранена. А чего они пистолета? Чего они так холдят, а? Я не понимаю. Да, я понимаю, они там защищаются, но вот этот холд меня так раздражает. Ну, что за кран? Вообще там трэш происходит. Феникс. Остался один враг. Феникс убил. Он меня убил. Ну, оказывается. Либо дробовик, либо... Ой, дробовик, говорю. Либо оператор. Мне нужно все-таки брать агентов попроще, типа Джет, либо того же Феникса. А Рейс сейчас, я не думаю, я не отыграю, так как я обычно бы отыграл. Уже 6 вечера, я устал. Какие 6? 7. Пол восьмого. Прикольно тебе проснулся. Ничто. Не отрицаю.
У нас еще и медика нет, у нас еще какие-то агенты кальные, ничего не делают. А, у нас есть медик. А, лол, точно, у нас есть медик. Надо бояться, не серьезно. Это без лица. Ну, типа, я ей в голову попал. Вот она. Ничтожество. 3-0. Блин, против обычных железяк так легко играть. Реально легко. После... Там рейс. Чё там у рейс? 2-3. А, что? Она тоже этот, как я. Серебро. Блин, против после двух игр с серебрами как-то идти на железяк, это как забавно, короче, легко это. Не знаю. Ты только спотел, что ли? Да, я реально спотел. Ограничок. Урод. Что мне там пишет пока? Ограничок. Посмотрим, кто помог. Ты напугал медик меня. Глупо. А, ну здесь уже. Один брата. Ну, как бы не надо говорить, что я читер, я услышал. Да. Реально не играю, а так пришел почилить. Рейд включится, все-таки серебро. Чисто. Килоран. А, это не она. Я на 45. Мы помог похили. Дела умер. Сто 48, 2 хп у нее. У кого что-то? 2 хп у Рейс. Рейс 2 хп. Ладно, тварь. Довольно роботов. Где их создатель? Че, у нас будет оператор?
на 4000. Это что, нужно? Нет, я жду, что купить себе сефир. Победа — это выживание. Ладно, у нас как раз стоит. Куплю оператор. Купи. Да. А в этом, как сказать? Забыл слово. Забыл слово. Обмыл? Обмыл, получается, да? Да. В покупочках. Что вы делаете? Я не знаю, что делает Элеонор или Элит Норс. БФК просто стоит. Готово. Опять боитесь их? Ну что, весь крайне боятся. Чего боятся? Играйте по фану. Тут не турнир. Да, победить. Блин, нужно, но если стоять АФК в атаке, то... Нет зарядов. Ну, у тебя ульти есть, используй Вайпера воскреси. 30 секунд. Тебе еще нужно исполнить. Давай. Чё, пошли, да. Пошли. Да. Ну, давайте ему времени на... То есть, когда он промахивается, вы убиваете его. 10 секунд. Я пока там сотня справлялся. Не надо давать... Вот, она промазала, все, вы выходите дальше, не надо стоять. Мимо меня они не пройдут. Так я вышел, типа, на этого... Нет, это тебя была Kill Joe, или кто там у тебя, это тебя, а медик за тебя. Вот он делает выстрел, не убивает, все, вы прям прыгаете на лицо ей. Душите ее. Еще можно разводить на выстрел, собственно. Тоже такой вариант. Вот урод. Прикончила. Так. Хорош. Пойду пойду. Пушка. Есть оружие какое-нибудь. Я его там еще, он здесь. Я выиграл раунд. Я выиграл. Не успел. Да ладно. Ха-ха-ха-ха-ха, очень. Скажи, где команда написал? Дальше я сама. Очень смешно. Я бы, как обычно, бы сказал, кто он, но... Ты команде написал? Это не наш, как или, да. Это наш написал. В смысле наш? Это наш написал, в смысле негатив этот, 97. Я сюда. Очень смешно. Чё, смешно, да? Негатив. Чё ты АФК стоишь? Чё вы АФК стоите? Чё вы боитесь их так?
Блин, меня это так бесит, прям калит, когда вы стоите АФК, не надо стоять и бояться их. Я могу не бояться, потом. Нет, нет, просто, ну, в конце раунда будете все равно бегать. Команда просто стоит, надо стоять. Вот я вышел, убил. Тут пушка. Смотри, я с винтовкой штурмую. Почему команда АФК стоит? Надо стоять АФК, не надо бояться их, надо идти и душить их. Просто. Тут пушка. Вижу врагов. Один враг. Сейчас рванет. Просто стоите, а вот тут вот четвером. И... стоите, блин, втроем на промежутке 2 метров и... Ничего не делаете. Ограничу обзор. Да, в лифте, в лифте, в лифте. У меня в лифте убили. Как раз. Шутки кончились! Вам конец! Че, она будет выходить или нет? Не в лифте, а по-разному. Вижу врага. Ага. Вторая в лифте. Да все же можно бежать. Все, все. Ладно. Вижу врага. Она выстрелила, выпрыгнула. Блин, пистолет не очень. Там классический. Кстати, Рейс-то камбэкнуло. По килам. Что-то делает все-таки. В ближнем бою дробовик, конечно, пулемет, неохота воевать с ним. Сзади! Сзади, козёл. 1%. Что урод, а? Чё, как быстро закончил, ладно. Где он был, слева, справа? Кто? Блин, ну тот у тебя убил.
А, слева? Остался один игрок. А как ты меня найдешь, если я? Не, тебя же убили, я спрашиваю, откуда тебя убили? С лифта или со стороны этой коробки? Враг устранен. Здесь нас пушат, нас пушат. Вообще не запушил. Не мы пушим, нас пушат. Команда ПК. Уже все, уже так, не боятся. Нет, это... А мы до сих пор боимся, мы до сих пор не можем ничего сделать. Мы стоим и передим. Надо пердеть. Двигаться. Это, во-первых, холосы понаелись. Двигаться по всей карте. Либо мы командно играем, прям реально, просто не боясь, выходим на одну точку и, собственно, пленных твоего нет. Убили, ты его убил того, кого, собственно, разменял. Бояться. Вот. Найс. Поставьте. Я убил. Наконец-то. Убили. У них оператор. Этот куда улетел? А вот оператора я убил. Остался один враг. Остался один игрок. Идет? А второго нет. Куда он ТП шел? До смены сторон один раунд. И главное держать их. Без стрельбы нормально. Вообще, что происходит? Команда рассыпается. Остался один игрок. Это должен был прикольно. Прикольная игра. Нас ладно, пушат, короче. Мы проигрываем. Домой пойдем, домой. Мама зовет, домой пойдем. Что ты бежишь 1-5? Я выбью экономику. Смотри, я сейчас троих убью и... Это куча денег. Так вот это делается примерно. Два. 30 секунд. Ограничился. Сейчас рванет! Она ультанула. Вот, видишь, я выбил пару. Тиммейт у Рэй. Смена сторон. А если бы я пришел просто умер, это было бы бессмысленно. В итоге я вынес. Да, ультимейт убивается просто. Ну, вдруг она испугалась, вдруг проиграют. Последний раунд был. Я не прожал ультимейт, но... Да ладно. Последний раунд был. Нет заряда. Более чем делать. Плохо играем. За тебя, сестренка.
ты! На Б, на Б, на Б, на Б, на Б. На помощь! Быстрее, 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 на Б. На Б идите. Пожалуйста, на Б. Сова красный, у него 20 хп. Найс. Нет зарядов. Сейчас они облажались тем, что они очень долго выходили из будки. Если бы они вышли быстро, они бы выиграли. Они яйца мяли, типа, не, давай ты первый, нет, не, да, давай ты первый. В итоге проиграли раунд из-за этого. Очень долго я стоял, я когда увидел троих, я испугался и сказал быстро, ну, быстрее на Б. Потому что один в троих, как бы, не перестреляешь. Они очень долго думали, чё там, как там. Им надо было просто прыгнуть. Умри. Видишь, как... да. Медик вообще, на Б. Я пойду к медику. Вижу врага. Я помогу. Степ. Я к медику ходил. Я хп мало. Пушка. Медик. Да, сколько я должен? Ой. Ослеплю их. Сова здесь. 30 секунд. Может, это такой бейт? И она сюда бежит. Остался один враг. Там. И последний там. В главном проходе. Вряд ли он. 10 секунд. Да, вот. Вся победа. Ой, какой тупой раунд. Что они делают? Ну, враги имею в виду. Ты здесь вообще? Я. Какая-то связь очень плохая. Как? Теперь они реально они боятся, как-то так долго выходит, неторопливо. Атака должна быть непредсказуема. Единственное, кто мне хорошо стрелял, это Феникс. Тем, что он вышел, пострелялся со мной. Но он единственный, кто не испугался. Здесь был убили. Если вы сами здесь бы убили, получается. Я постараюсь. Чего? Такой урон? Серьезно? Я не думал, что от огня такой урон. Сколько за Феникс играл, я никого в жизни не убивал огнем. Ладно, облажался.
вообще не возможно. Уже лень писать сори, сори. Ну, он байтил, тот, кто, кого на, медик первым видел, он так отошел, и он бы не выходил, он просто байтил. А она все время в зуме была. Надо в зуме играть. Сейчас я развалю бомжа. Ну, не, про само слово. Ограничу обзор. Где медик, а? Пожалуйста, спаси меня. Они падут! Я улетану. Всё моё. Больше, больше! Остался один враг. В итоге пришлось улетануть. Идеально. Ужасно. Почему, когда я приходил, проходил, а там никого не было. Да, играют они. Блин. Они, наверное, на Б пойдут, я на Б. Смещусь. Смотри в лифт, чтобы они в лифт не забежали. Они, скорее всего, на Б пойдут. На помощь. Мина. Иду. Все почему-то там. Бывает. Бежать некуда! Блин, вообще жопа. Чего вы втроем тут строите? Вот, она так и будет стоять, пока они не выйдут, но они не выйдут. Надо двигаться самому. Так вот. Все те же древние фокусы. Я попробую Б подпушить. На, иди. Тут Сефир все раскидает, тебе на нужно идти. Сефир тут две ловушки поставил, я подпушу. Если что, я зайду в лифт и уже на окажусь. Смотрите все! Что там на? Они... Шутки кончились! Вам конец! Они под Б. Ослеплю их. Вот он, Феникс. Я убил Феникса, он в ультиме был. Обидно. Сейчас рванет! Стоял на лифте с одним врагом. Остался один брат.
один игрок. Троих. Остальное за медиком. 30 секунд. А, это да, не медик. Давай. Что она делает? Могу. Да, я вообще не верил, что сможет. Она так прыгнула как-то странно. О, это было что-то важное? Камера вырубилась. Стоп, отбой. Все в норме. 5600. Блин, оператор возьму, наверное. Не позволяет. А не надо было эту стенку ставить. Остался один враг. 30 секунд. Найс, Сиферчик отыграл вообще. Матч поинт. Нас отделяет лишь один бой. Блин. Стенка будет по-английски, но надо использовать эту стенку. Пожалуйста. Че, где они там? Здесь. А, Б. Слева получается, как это? Один раз. Слева мне осталось, то уже не осталось. Тридцать секунд. Десять секунд. Че, выше или? Установлен. Алло? Да-да-да. Да? Сейчас смотрю. Что вы делаете? По расписанию. Пойду отдыхать, наверное, после этого матча.
Я устал. А, мы проиграли раунд. Чего? Он красав. Кинем репорт после игры. Кому? Чем? Негатив 97. Персонажа назови, персонажа. Сефир. Сефир. А что он сделал? АФК или что? Он не раздефьюзил спайк. Ну не знаю. АФК, не знаю. Я зачипаю атаку один другого. Так слышно? Шутки кончились! Вам конец! Ограничу обзор. Все, победа. Победа защитника. Положение рамки. Может быть, может быть. Тяжелая игра. Много выбрать. Ладно, потом еще поиграем, я устал. Ладно, давай.